Здравствуйте, дорогие рукодельницы! Я Елена Крумина, дизайнер студии «Золотой Рум». Хочу вам представить вышивку, разработанную по картине немецкого художника Германа Штильке. Картина называется «Жанна д'Арк в бою». Работы Германа Штильке были в основном вдохновлены религиозными и романтическими темами. Одной из любимых героинь этого времени становится Жанна д'Арк. Ее образу посвящена картина Штильке. Национальная героиня Франции, одна из главнокомандующих французскими войсками в Столетней войне, Жанна, по ее собственным уверениям, была призвана на подвиг архангелом Михаилом и святой Екатериной Александрийской. Наиболее выразительная часть картины – Жанна на белом коне и со знаменем, как валькирия, летит впереди французских рыцарей, теснящих англичан. Композиция необычно динамична, но в то же время продумана и уравновешена, рисунок отличается чистотой и законченностью. Все в традициях академического искусства. Эта картина относится к числу лучших работ Штильке. Картина находится в Эрмитаже.